на мини-ярмарку, кто с тележкой, а кто и с велосипедом. В руках унести тяжелые сумки с дешевым борщ-набором нелегко. Килограмм 50 килограмм можно увезти. Картошка, морковь возьму. Цену устраивает, хорошо. Помидоры, огурцы, лук, картошка, морковь купили. Цены очень хорошие, низкие, вот поэтому и пришли. Картофель по 20 рублей за килограмм, морковь и капуста по 30, лук и свекла 15. На рынках и в магазинах таких цен сейчас нет. Закупиться овощами с такой выгодой в Казани можно лишь по субботам и только на 5 площадках. Здесь, на улице Лаврентьева, на рынках близ улиц Батрышина, Дементьева, Фучика и Липатова в Дербышках. Подобная ярмарка сегодня открылась и в Челнах. В основном все овощи на этой ярмарке местного татарстанского производства и продают их по себестоимости. Чтобы этим не воспользовались перекупщики, товары дают в строго ограниченном количестве. То есть купить мешок картошки, капусты, моркови здесь пока не получится. А в одни руки отдают, к примеру, не больше 5-6 вилков. Здесь оптовиков попросили выставиться по закупочным ценам. Также наша система Татпотребсоюз выставляет свою продукцию. Самые низкие цены на сегодняшний день представлены именно на наших 6 точках. Пока на каждую точку привозят по 3 машины овощей. Массовые осенние ярмарки, на которых горожане будут запасаться картошкой и капустой на зиму, заработают в Татарстане с 11 сентября. Сейчас осень не началась. На неделю хватит, на полторы. Вот. Потом опять придем, живем близко, очень удобно. Взяла капусту, морковку, картошки взяла. Очень рада, что так это самое. Большое спасибо. По соседству с овощами местные пасечники сегодня продавали и мед нового урожая. Для торговли лакомством самое время. Сегодня православные по традиции отмечают медовый спас. Юлия Гоголева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.